Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Сегодня будет обзор из магазина Fix Price в городе Челябинск, Новоградский проспект 58. Привезли новую коллекцию осеннюю декора. Не знаю пока название коллекции. Работают часики от батарейки, ее в комплекте нет. Еще в коллекции много всего, цена 249. Еще в этой коллекции есть полочка с деревянным основанием, металлическим каркасом и надписью «Дом». Черного и золотистого цвета за 299. Подсвечник, тоже металлический черный каркас и стеклянная колба. Что-то похожее уже в продаже было, цена 249. В нашем магазине выставили огромное количество клеток, цена 249 рублей. Внутрь можно поставить свечу, белые и золотые. В новой коллекции ароматическая свеча в стеклянной бутылочке. Состав парафин. Здесь вроде бы длинный фитиль, но свечи очень мало. Я думаю, что она недолго будет гореть, быстро погаснет. Океанический бриз, ванильный мускат, ароматы. Третий вариант — пион. Цена 199 рублей. Если вам нужна просто бутылочка подобного цвета, есть вот такая, объем не указан. Горлышко уже, чем у свечей, но бутылка сама больше, цена 149 рублей. Подсвечник высотой 15 сантиметров, сделан из полиэфирной смолы и искусственного камня, два цвета за 149 рублей. О, я думаю, любители Fix Price вспомнят эти корзинки, они уже когда-то были в продаже, плетеные с ручкой, чтобы можно было подвесить. Есть темные и светлые, цена 299 рублей. Думаю, в этот раз их разберут. Кстати, покажу, что еще из этой коллекции придет. Ключница, держатель для фото и искусственный цветок. Есть еще вот такие корзинки с металлическим каркасом, они небольшие. Снаружи это какая-то бумага. На выбор три разных плетения, цена 299 рублей. Только что выставили подставки для благовоний, называются Сад Дзен. Свеча, держатель, подсвечник, фигурка. Камешки, песок и аромапалочки в комплекте, цена 299 рублей. Зеркало из новой коллекции совсем небольшое, а точнее здесь их два. Материал сталь, стекло. На выбор черный и золотистый, цена 199 рублей. Ежегодный осенний декор, на ленте располагаются вот такие яркие тыковки, также есть перцы красные, кукуруза и чеснок. Цена 149 рублей. Для подсвечников можно выбрать вот такие свечи чайные, в упаковке 12 штук, цена 79 рублей. Они отличаются не только цветом, но и ароматом. Свечка цифра, золотого цвета. С гранями, цена 29,50. Может быть, есть серебряные, но не здесь. Потрясающий набор свечей, популярная и современная форма в этом году. Пастельные красивые цвета за 79. Сегодня вновь магазин Fix Price радует нас искусственной веточкой пионов за 149 рублей. В наличии три цвета. В прошлый раз еще хотела посмотреть на эти подсолнухи, длина их 80 сантиметров, но они были в коробке. Стебель очень длинный, когда их много, красиво, цена 199 рублей. Еще заметила новые искусственные кустовые розы, бутоны достаточно объемные, длина 75 сантиметров, цена 249 рублей. И такие розы есть красно-оранжевые, желтые и, скажем, тоже желтые, но с розовой серединкой. Горшок для цветов лиана продается вместе с поддоном, он фиксируется снизу, 2,9 литра за 149 рублей. Серые, зеленые, белые, фиолетовые и желтые. Такие же горшочки, объем литр 700 мл. Цена 99 рублей. Зажимы для крепления пленки к каркасу парника. Сейчас по акции 49,50 за 20 штук. В отделе с канцелярии обнаружила набор фломастеров, 12 штук, тоненькие, 62 рубля. Набор фломастеров 17 цветов, из них 5 с блестками, как раз в конце. Цена 199 рублей. Необычные фломастеры. Кисти, 8 штук в упаковке, посмотреть не удастся. Цена 59 рублей. Давно не было в продаже магнитных закладок, 8 штук. Цена, кстати, на них стала ниже, 59 рублей. И тут большой выбор. Новинка, набор гелевых ручек, 5 штук, черного цвета чернила. Увеличенный запас чернил, кстати, указано, цена 79 рублей. Книжки от издательства «Феникс Премьер» с твердыми обложками, цена 199 рублей. Внутри книги с абсолютно белыми листами, яркими картинками и четко пропечатанным текстом.
Серия «Стоп-угроза» расскажет о личной безопасности, о безопасном общении, о безопасном городе. И аналогично есть серия книг «Расскажи мне» о космосе, о природе, о человеке. Игровой магнитный набор для детей «Найди потеряшку» от 3 лет марка Play the Game. Размести картинку на игровой доске, а потом найди потерявшуюся деталь. Цена 249. 3D рисую по дереву, сборная игрушка-копилка. В комплекте краски. Всего на выбор 6 вариантов с животными. Цена 249 рублей. От марки Президент есть фигурный деревянный пазл. Цена 199 рублей в коллекции динозавра. Размер пазла 35 на 19. От этого же производителя есть 3D деревянный конструктор раскраска, цена 249 рублей. Разные животные получатся объемными, которых можно раскрасить. Игровой набор вышиваю по дереву, цена 199 рублей. В наборе деревянная основа, нитки, есть игла и много в серии животных. Несложно. Рисую по дереву, деревянная раскраска, 23 на 15 сантиметров, остров, картой 166. Набор для лепки. Как я поняла, внутри есть инструкция и нужно будет слепить Винни-Пуха. Еще есть Мини-Маус, Немо, цена 99. Еще не успели выставить, но это знакомые нам товары. Носочки пятнистые, 67% хлопка, цена 69. Для деток тоже привезли носки. Набор из двух пар с утками, 67% хлопка, 99 рублей. Для рукодельниц есть вот такая многоцветная пряжа, 90 метров, акриловая. В сиреневых тонах, красных и синих. Цена 99 рублей. Еще одна пряжа, 75 метров, это уже полиэстер, двухцветная. В коробочке есть вот такие цвета, цена 99 рублей. Темные и светлые. А вообще хорошо, что привозят пряжу, на улице как раз холодает и нужно утепляться. Только что из коробки достала набор иголок и булавок. Если не ошибаюсь, 8 иголок и 40 булавок. Цена 55 рублей. Если булавки не нужны, то есть иглы отдельно швейные, 6 штук разной длины. Из нержавеющей стали, цена 39,50. Органайзер, с одной стороны стенка короче, размер 30 на 20 на 14,5 сантиметров. Пластик пищевой, такие корзинки можно составлять друг на друга. В наличии 3 цвета. Продемонстрирую, цена 79. А вот и те самые фетровые органайзеры с божьими коровками, размером 30 на 30 на 30 сантиметров. Есть еще пингвин и панда, цена 249 рублей. Контейнер с зацепами, прозрачный, с крышкой, объем 9 литров, пластик пищевой. Мне понравился контейнер, крышка здесь фиксируется, очень хорошо, цена 199 рублей. Не проходите мимо Fix Price, если вам нужен какой-либо контейнер, здесь на любой вкус, и прозрачные, и с крышками, и без. Небольшой контейнер с крышкой, есть ручка, закрывается на два клапана, 3 литра объем. Классного качества, цена 149 рублей. В очередной раз пришли корзины для белья размером 30 на 40 сантиметров с рисунком. Цена, скорее всего, 199 рублей, есть черные и желтые. Салфетки в рулоне размером 20 на 20 сантиметров, 50 штук, цена 149 рублей. Нашла крючки в наборе 3 штуки в форме клевера на самоклеющейся основе. Есть точно серые и розовые, возможно и другие цвета. Цена 55 рублей. Металлический крючок на дверь 14 сантиметров. Окрашенная сталь только черного цвета, цена 59 рублей. Жидкое мыло снова в продаже с дозатором «Магия цветов». Признавайтесь, кто любит сирень. Масса 500 грамм, цена 79 рублей. Еще заметила шампунь «Чистая линия» в маленьком объеме 124 рубля. Подходит для всех типов волос. Большой за 149 рублей. Увлажняющий шампунь для окрашенных волос «Витамилк». Восстанавливает, увлажняет и придает блеск. Пол-литра за 79 рублей. Заметила новую краску для волос Prof Color, написано, что стойкая, обещает 100% закрашивание седины, хотя цена всего 87 рублей. Есть цвета темные для брюнеток, шатенок и также для блондинок, не один оттенок. Детский гель для душа, можно с рождения, объем 300 мл и очень милая
оформления. 4 варианта: сочные ягодки, лесная сказка, фруктовая радуга и веселое купание за 79. Достали губки для тела, фигурные, 39,50, двухцветные, но не мягкие. Набор хозяйственных губок от Bon Homme в этот раз красные, 5 штук, 59 рублей. Пакеты от Bon Homme, зип-замком, 2 размера. В упаковке 40 штук, цена 124 рубля. Пакеты для замораживания Bon Homme, 25 на 35 сантиметров, 50 штук в рулоне, цена 59 рублей. В осенней коллекции также есть плетеная декоративная подставка диаметром 30 сантиметров с бахромой. Бахрома есть белая и темная под натуральное дерево. Цена 249 рублей. Новые расцветки сервировочных салфеток большого размера. Точнее 38 на 58 сантиметров, тонкие. Есть с желтыми и синими вкраплениями, темная с надписями, серая. Цена 59 рублей. И еще вот такая красивая с листочками. Салфетка на стол 45 на 30 сантиметров. По краю металлический каркас, плетение из травы. Цена 199. Из последней коллекции Loft заметила новые доски размером 35 на 24,5 сантиметра. Если приглядитесь, покрытие неровное, но шершавое. Цена 174,50. Есть серо-коричневые, черные и белые. Заметила венчики 27,5 сантиметров из нержавеющей стали. Цена 59 рублей, также есть серые и желтые ручки. Толкушка для картофеля с деревянной ручкой, основой из хромированного железа, в форме цветочка. Ручки по цвету немного отличаются. За 49,50. Это еще не все. Пришли ножи керамические с деревянными ручками. 20,5 сантиметров, цена 149 рублей. Керамический нож, но уже не с деревянной ручкой, 19 сантиметров, маленькие, 99 рублей. Есть еще с голубыми ручками, фиолетовыми и черными, серыми. Еще один керамический нож с деревянной ручкой, только больше, 23,5 сантиметра, цена 199. В очередной раз Fix Price привозит бутылочки для масла с распылителем объемом 100 мл. Три цвета по 99. Набор для кулинара, стаканчик с мерными делениями, внутри 5 мерных ложек. Цена 79 рублей, есть голубые, розовые и оранжевые. Банки из боросиликатного стекла, объем 1 литр, 100, 3 баночки за 249. Снова в продаже ступки с пестиками из мрамора за 349. В коробке попалась светлая ступка, но она очень тяжелая. И я помню, мне писали, что они раскалываются и осыпаются. Еще сегодня нашла маленькие баночки из коллекции Loft, 2 штуки по 60 мл. Такие, скорее всего, только для специй подойдут. Цена 55 рублей. Жаропрочная миска диаметром 17 сантиметров, объем 1 литр, с толстыми стенками, цена 149. Миски с изображением овощей из нержавеющей стали 2 литра, цена 99 рублей, и есть 2,5 литра за 124. Бело-голубой салатник объемом 700 мл, материал керамика, цена 124 рубля. Термобокал с двойными стенками объемом 350 мл, кстати, новая форма очень даже удобная, цена 199. Сегодня также привезли термокружки, может быть, с ручкой вам будет удобнее пользоваться. 400 мл, 249 рублей. А еще из этой серии мы с вами будем ожидать чайники и турки. Турки, я думаю, тоже быстро разберут. Набор отверток 4 штуки, они увесистые, выглядят прочно. Здесь и крестовая, и обычная. 249 рублей. Зарядное устройство в салон автомобиля, 2 порта USB. Удобно, если у вас есть регистратор и телефон зарядить, за 149. Есть вариант попроще, здесь тоже 2 порта, но он менее мощный, всего 1 ампер за 79. Снова в продаже коврики для мыши, цена 79 рублей. Коврики самые обыкновенные, но не маленькие, с антискользящим покрытием. Есть, смотрите какие, с забавными котиками. Дела сами себя не сделают. И вот такой симпатичный еще, зелененький. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Если что-то еще распакуют новенькое, то скоро покажу. Всем хороших покупок и пока-пока!